Видеокурсе по Unreal я, кажется, забыл упомянуть про миграцию объектов. Давайте вот это рассмотрим. Вот, допустим, я хочу этот диван переместить в другой какой-то проект вместе с текстурами. Потому что если я выберу просто в папке и перетащу, то текстуры не найду. А тут, если сделаем миграцию, то вместе с текстурами мигрирует другой проект. Вот выбираем этот дипан, допустим. Найдем его, где он находится. Правой кнопкой мыши. И миграция. Здесь вон столько текстур, меш и материалы. Соглашаемся. Находим, куда мигрировать. И тут, внимание, один момент. Вот мой проект, допустим, и в ней какая-то моя папка. Так вот, не нужно в какую-то другую папку, а только в контент. Потому что текстуры могут не мигрироваться. Выбираю контент. И все. Они находятся теперь в другом проекте. Вот папка контент. И здесь вот эта папка. Тут сразу три папки: материалы к этому дивану, меш и текстуры. Открываем меш, развернем. И вот уже с текстурами. Это все.